Пхеньян запланировал новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск состоится в ближайшее время, об этом сообщили СМИ КНДР. Издание подчеркивает, что враждебная политика США в отношении Северной Кореи провалилась, и Вашингтон не отважился воевать со страной, у которой тоже есть ядерное оружие. Напомню, что пуск анонсировали спустя всего 2 дня после нашумевших испытаний противокорабельных ракет. Снаряды пролетели около 200 километров и упали в Японском море. Вашингтон крайне недоволен действиями Ким Чен Ына. Для этого в район полуострова направили сразу 3 ударных авианосных группы. Эскалация напряженности на 38-й параллели продолжается.